В Екатеринбурге на улице Дорожная огромная стая бродячих собак, штук 20, не меньше, кошмарит обитателей жилого комплекса «Весна». Псы пролезают в дырку в бетонном заборе и с территории 19-го военного городка проникают на мирную территорию, во дворы и бродят возле школы и детских садиков. По словам одной из местных жительниц Анастасии, у некоторых бродяжек на ушах желтые бирки, эти метки у них остались после отлова и стерилизации. В прошлом году бродячих собак было штук 10, сейчас стая увеличилась раза в 2, не меньше. По родительским чатам весничане рассылают предупреждения своим соседям, чтобы те не отпускали детей в школу поодиночке. «Услышьте наш крик о помощи», цитирует портал Е1 слова другой жительницы ЖК по имени Люсьен. Еще одна женщина, Виолетта, утверждает, что в прошлом году она обращалась с жалобами к чиновникам ратуши. Просила не возвращать после отлова бродячих собак в район 19-го военного городка, ведь рядом школа. Бездомных псов становится все больше, хоть караул кричи.